Полюбить женщину легко. А вот легко ли ее рассмешить? Рассказ так и называется. Легко ли рассмешить женщину? У тебя есть чувство юмора? Спросила она меня. Разумеется. Тогда расскажи мне что-нибудь смешное, чтобы я смеялась. Смешное сколько угодно. Знаешь, у нас на работе не соскучишься. Вот тебе, пожалуйста. Курков пришел вчера в отдел в пижаме и шлепанцах. Бедный. Что-то смешного. Мне просто жалко. Все кругом смеялись, наверное, над ним. Нет, никто не заметил. Один я смеялся. Что ж тебе еще рассказать? А, вот смешная история. Наш зам Щапов засмотрелся на девушку по дороге на службу и угодил под мотоцикл. Да ты что? Что ж тут смешного? Он повредил что-нибудь? Мотоцикл. Да, как же тебя все-таки рассмешить? Вот не далее, как вчера, наш Петухов полез в сейф из любопытства и захлопнулся там нечаянно. Вместе с ключами. Ты серьезно? Кошмар. И что же, долго он там несчастный сидел? Нет, не очень. К вечеру автогеном вырезали. Немножко посидел. На висках. Ну что тебе рассказать по-настоящему смешное? Ну вот это что ты точно засмеешься. Наш плановик Галошин поскользнулся в столовой на манной каше и грохнулся прямиком в аквариум с рыбками. Какой кошмар. Куда же смотрел ваш местком? Куда и все в аквариум? Что же мне тебе рассказать смешное, чтобы ты все-таки рассмеялась, а? Вот, пожалуйста, у нас один в отделе решил бутылку с реактивом пальцем открыть. Пробку внутрь пальцем протолкнул, а обратно палец никак. Бедный, он так и ходит с бутылкой на пальце. Нет, он так и бегает, чтобы похудеть вместе с пальцем. Как же тебя рассмешить? Ага. Ну вот наша уборщица Валя уже так похудела, что ее за ручкой швабры не видать. Бедная, какой ужас, она, наверное, больна опасно. Нет, не больна, она влюбилась, а это не опасно. Влюбилась в кого? В меня. И вот тут она громко расхохоталась. Писатель Андрей Кучаев. И у поэтов, как известно, есть лирический герой. Поэты относятся к нему, как правило, трепетно. У сатириков герой сатирический. Приход или нет? Голова, да? Министром будешь. Я в твои годы отцу с матерью помогал, а ты, небось, а? Ну и в таком духе, под такую вот ахинею. А я должен все это слушать. И я слушаю, хмыкаю, поддакиваю и глупо скалюсь. Чувствую себя ужасно скверно. Спросил отца, зачем это все говорит? Пытается наладить контакты, говорит отец. Но я-то не пытаюсь наладить контакты. А разве он не нравится, спрашивает отец? Нет, не нравится. Да и вам, по-моему, тоже. Отец нахмурился. Он наш старый друг. Будь с ним поприветливей. Вот и всегда так. Друг ихний, а приветливый должен быть я. Хорошо, буду приветливым, решил я. И тоже постараюсь наладить контакты. Случай подвернулся. Дядя Миша пришел, когда родителей не было. Они позвонили, сказали, чтобы я развлекал дядю Мишу, пока они не вернутся. И он пришел. Пришел, снял шляпу, пригладил лысину перед зеркалом и вперся прямо в мою комнату. «Садись», — предложил я, показывая на маленькую табуреточку. «Чуть меня тыкает». «Как дела?» «Нормально». «Дети как?» А что им сделается? На работе как? Что на работе? Работаем. Хорошо надо работать, а то в шею выйду, выгонят. Я стараюсь, промямлил дядя Миша. А пузо у тебя от чего такое? Спортом, небось, не занимаешься. Спортом надо заниматься. А то загнешься от инсульта или от инфаркта. Почему? Я вот на лыжах тут. Как-то пробовал домино. А нос красный от чего? Небось, пьешь? Да это как тебе? Это только по случаю. Смотри, а то будешь коробки клеить в больнице для алкоголиков. Я то и сброшу, честное слово. А нудный чего такой? Воспитали плохо, да? Говоришь всякую ерунду, а люди тебя слушают, чаем угощают. Это ты верно про чай. Дядя Миша затравленно посмотрел в угол.
Я слыхал, семью ты на стороне завел, а? Хорошо. То есть, если по жизни трудно, брат, а на работу сообщить как будет? Я больше не буду, честное слово. Зачем сразу на работу? Дядя Миша сел красный как рак и косился на дверь. Двери заскрипела, защелкала, и вошли мои родители. Ну как вы тут, беседуете? Налаживаем контакты, сказал я. И получается. А вы у него спросите, показал я на дядю Мишу. Ничего, паренек, он у вас толковый растет, сказал дядя Миша. Сообразительный для своих лет. Правда, в его годы... Тут он посмотрел на меня и осекся. Давай, парь дальше, им можно.